Мир вам и вашему дому, дорогие братья, сестры, дорогие мои подписчики. Вот полка наша для лука внутри теплицы, которую мы в этом году посадили. Помидоры, огурцы, болгарские, капуста и многое чего другого. Вот сюда мы полку сделали. Сейчас вот насыпали песок. И в дальнейшем полностью насыпим песок, земля, то есть до конца. И будем сажать здесь тоже лук. Скоро обязательно будем здесь ставить в какую-нибудь как его, печку, чтобы топить эту теплицу для выгонки лука на зиму. А вот сейчас у нас наши цыплята, сегодня мы их отпустили здесь, чтобы они гуляли. Вот этих перцев мы уберем отсюда. Все в порядок наведем и будем сажать здесь лук. А вот здесь посмотрим, что будем сажать. Пока еще не решили то, что будем сажать. Будем сажать что-нибудь или как его, еще один полку сделать. И лук сажать. Вот что вы посоветуете. Советуйте, будем рады вашими советами. Вот так. Вот сейчас находится наша теплица вот в таком состоянии.